Привет, ребята! Опять я с новинкой. Вышел вот такой крутой хозяйственный пылесос VD4. Вы, наверное, знаете VD4 модель стандартную, но это, как видим, с аккумуляторами. И, кстати, с двумя. Модель называется VD4 18 Dual. Dual, то есть два аккумулятора. Платформа на нем стоит 18-вольтовая, то есть два аккумулятора, или 18-й 2,5 амперный, или в моем случае у меня сейчас 5 амперные тоже два. Если по работе смотрим, 2,5 амперные два будут работать на 14 минут полностью заряженный, а 5 амперные получается 28 минут, ну полчаса, скажем так. В чем фишка? То, что да, можем работать без проводов. Так он, вот видите, визуально выглядит. Металлический есть, с пластмассовым баком. Это именно металлический. Сама емкость 20 литров. Это то, что мы в него можем собрать. То есть покажу тоже, как воду он собирает. Идет у него уже квадратный фильтр. Вот эта кассета так достается. И вот такой квадратный фильтр. Его можно не вынимать, можно его выбить просто так. Есть еще отдельно, сейчас можно докупить новый фильтр, называется PES, именно для воды. Он такой белого цвета будет. Дальше мешки у него тканевые, чуть больше, чем на VD3. Вот такие вот мешочки, они побольше. Вот кодик, одевается просто, что многие говорят, что плохо одевается, но их надо силой так натянуть. Дальше у нас, видите, тоже есть поплавок, который защищает турбину, когда уровень воды набирается, турбина закрывается поплавком, он работает, но всасывания не происходит. Есть выдув. Переключаем, и воздух гонит обратно. Сам шланг 2,20, 220 сантиметров. Вот, видите, тут таких два места есть. Это вот когда шланг мы наматываем, мы можем его вот так закрепить. Ведь эти места больше думаны что-то поставить, там или насадку, или щелевую насадку, которая у нас, которая у нас куда-то пропала. И сзади тоже, видите, 4 места. Хопс, хопс, и вот хлопс еще сюда. Сейчас мы, ребята, потестим выдув. Лайфхак, те, у кого есть эти аппараты, можно растапливать мангал офигенно. О, ребята, дуть не надо. Не надо дуть. Взяли его, хоба-хоба, и делаем там реально жару. О, и смотрите, и все горит. Покажу тоже, вот у нас, как всегда показываю, что у нас вот тут в реальном времени, включай, будет показывать, сколько еще времени будет работать. Смотрите, 15 минут еще можем убирать. Ну-ка. Пробуем всасывать камни. Для сравнения, VD3, VD4, как видите, это такой худенький, это уже такой потолще, блин, подороже сразу. Ну, и мощность в этом чуть-чуть больше идет. Мешки побольше, это более простой. И что в третьем, как всегда, я уже показывал, у него, видите, круглый фильтр, он самой емкости, и поэтому, тем более, когда всасываем воду, он мокрый. Тут фильтр находится в голове, наверху, и мы сейчас вот покажем воду всосем, видите, что фильтр будет сухой. Тоже есть модель с розеткой, у четверки с розеткой, все, видите, есть металлический, пластмассовый, так же, как и эти модели. Ну вот, ребята, мы, как всегда, не только рассказываю, мы и показываем полное ведро. Не знаю, сколько тут литров. Ну, 15 точно есть, наверное. Поэтому будем всасывать, пробовать, как он это делает. Ничего не монтируем. Включаем. И кушаем воду. Все. Быстро и сердито. А с водой он тяжелый, ребята. Так, открываем. И вот видим, водичка чистенькая, все. И, как я уже говорил, проверяем сам фильтр. Он полностью сухой.
что вы никогда не увидите в ED3, когда всасываем воду, там тот круглый фильтр всегда мокрый. Вот такой аппарат уже будет в продаже, как я выставляю в виде, как вы его смотрите, уже он появился в продаже. Так что, ребята, ВД-4 с двумя аккумуляторами будет, я думаю, вариант без аккумуляторов и с аккумуляторами. Так что выбирайте, какие вы хотите, 2,5 амперный или 5 амперный, полчаса или 15 минут. И все. И запомните, что эти батарейки, аккумуляторы годны на кучу других аппаратов. На тот же ВД-3, если что. Но там только один нужен. В предыдущем видике я снимал, показывал тоже. Так что, если какие-то вопросы, пишем. Всем пока.